Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас реагирую на новую песню группы Мамаму. Песня называется, написано «Илейла», но вроде как произносится «Илейла», или как-то так. Скорее всего, по ходу песни я пойму, как это раз произносится, потому что корейский язык не всегда такой очевидный, как может показаться. Вот, давно он как-то не слышал ничего, по-моему, о девчонок, там были всякие сабьюниты, были соло-активности, но вот как бы... Наконец-то камбэк, это 12-й мини-альбом, у него по продажам ничего такого особенного не показал, где там, по-моему, третье место среди всей группы за первый день, разумеется, но продажи постоянно растут, преимущественно, если везет только у новых групп, у молодых. Мамаму все-таки не новая группа, поэтому тот факт, что у них будет вот так скакать, это совершенно нормально. Это очень здорово. На продаже я все равно обращаю внимание иногда. Просто так, интереса ради, они обычно ничего не показывают о качестве композиции. Ладно. Перед началом реакции попрошу вас поставить лайк и, например, нажать на колокольчик, потому что это тоже полезно действие для того, чтобы следить за моими реакциями. Будем надеяться, что эту никто не заблочит, как заблочили Dreamcatcher. Мне пришлось из кожи вон лезть, чтобы хоть что-то там предоставить. Ладно. Итак, поблагодарю также людей, которые меня поддерживают на Boosty. На boosty.to/sudakov. Заходите, не пожалеете. И это в особенности Шура, Илья Просин и Анастасия Волкова. Давайте же. 3, 2, 1. Я чуть не забыл поставить запись. Представляете, как бы я облажался. Хорошо, что я теперь все проверяю трижды. А здесь тоже все хорошо. 3, 2, 1, поехали. Ил-ла-ла-ла. То есть ил-ла-ла-ла-лей. Окей. Пока понятнее не становится. Обилие непонятных звуков. Илейла все-таки, наверное. У нас тут регги пахнет, я вижу. Ла-ла-ла, это слово, как бы оно ни произносилось, означает, по-моему, учинять какие-то беспорядки и причинять беспокойство и так далее. В общем, бакланит. Хороший бас здесь. Прям такой глубокий, мягкий. Интересная прическа у Миндор теперь. И образ. Качающая песня. Когда у нас играет такой реггетон с такими вокалами еще хорошими. О, микс-поп, пожалуйста. Это забавный переход, потому что это ускорение, а не замедление, наоборот. Такой дэнс-брейк легкий. Тут у нас, по-моему, немножко транспозиция включилась. О, как у них хорошо с вокалом все-таки. Хе. Машина, конечно, адски компьютерная и не едущая абсолютно. Ну да ладно.
довольно мило, на самом деле. То есть, я не могу сказать, что я большой фанат этого жанра, но он у меня не один из нелюбимых, просто он бывает классным, его периодически используют те же карты, используют та же карт, все-таки карта — это группа. А, это она. Минуточка русского языка. Тем не менее, он мне периодически заходит, и это хороший представитель этого конкретного жанра. Она качающая, она с хорошим вокалом, с хорошим инструменталом. В принципе, там те же самые люди, которые раньше писали музыку для Мамаму, и, разумеется, ждать от них какой-то подставы в плане плохого мишинга можно, иногда такое бывает. Мне некоторые вещи и сольные, и общие не сильно нравились, особенно когда ребята решили, хотели поиграть, вот опять же, микс-поп, да? Но здесь этот микс случился нормальным, то такой резкий перерыв, оба переключились, потанцевали, вернулись в нормальное течение музыки, пошло-поехало. Давайте еще раз слушать, а то я как-то говорю о том, на что могу показать. Свист страны, голос, ударные легкие какие-то. Обратите внимание, что дважды песня как бы начиналась, потом не начиналась. То есть сначала, когда вот эти были странные звуки, потом вот еще раз вот этот сегмент. Сейчас. Да. И только сейчас песня начинается по-настоящему. Остался свист. Гитарка. Вот это было, да? Что-то такое странное. Интересно, первый раз я этого как-то не заметил. Я не заметил вот этих постоянных звизгивающих звуков на фоне. А, они хорошо ложатся на песню. У них и танцы соответствующие такие, знаете, качающие. Хорошо здесь, кстати, рэп Мунбель вписан. Он всегда вписан нормально, здесь как-то наиболее удачно, мне кажется. То есть вообще не чувствуется, что это отдельная рэп-секция. Чувствуется, что это кусок песни. Очень много звуков всяких разных, слышите? Там какие-то синты тоже страшные звучат. Не страшные, а странные. Опять же, вырубание звука. Соло милашка. Да и все остальные тоже. Опять же, здесь неплохой переход к этому сегменту. Да, я до этого говорил, когда мне какие-то песни не нравились. Иногда было так, что просто отдельные сегменты мне не заходили совершенно, но переход между ними был неплохой. Здесь, в принципе, сегменты нормальные. Основной совсем хороший. Этот, как дэнс-брейк, его можно воспринимать вполне себе нормально. Бум. Ускорили. Раза полтора-два. Количество ударов в минуту. Давайте сделаем, что этого не было, вид, и пойдем дальше. Вот. Вот этот момент. Я вот про это я говорю, про транспозицию. Я не так часто использую, к сожалению. Она работает, на самом деле, очень хорошо, когда просто берете какую-то композицию, мелодию, мелодический рисунок маленький, и потом его просто, оп, поднимаете выше. Хотя примерно оставляете то же самое, по сути. Thank you.
Ну, если хочется до чего докопаться, всегда хочется. Нет, не всегда хочется. Но разве что здесь пик песни был именно, на мой взгляд, вот в этом моменте. Здесь не нужно было понижать после этого. Примерно здесь нужно было песню заканчивать, плюс-минус. Максимум еще раз на том же темпе, на той же высоте повторите этот припев. Или вот здесь заканчиваете. Все, это могло быть последним куплетом. О, припевом, пардон. Все. Но оно еще тянется. Оно немножко эффект от вот этого, такого кульминации, от кульминации песни немножко снижает. Но не сильно, чуть-чуть. Это реально маленький докоп, чисто мое мнение. Я первый раз почувствовал что-то как будто не то, и сейчас я понял, что именно не то. Мамаму. Вообще, хороший камбэк, на самом деле. Мне удивительно понравилось. Не то, чтобы мне не нравятся камбэки Мамаму, но не всегда они заходят прям как-то более-менее. А здесь мне даже захотелось ее переслушать. Она реально такая какая-то очень на расслабоне, но при этом, опять, с хорошим вокалом, с хорошим инструменталом, со всем хорошим, классным, качественным. Девчонки замечательные, опять же, на клип можно посмотреть. Лишний раз никогда не бывает это лишним. Вот, так что здорово, здорово, молодцы. Напишите, что вы думаете об этой песне с загадочным и сложным названием. Ну и подпишитесь на меня, поставьте мне лайк. В любой последовательности, абсолютно, как хотите. Нажмите на колокольчик, а если меня поддержите на Boosty, boosty.to/sudakov, это здесь должна быть ссылка, то будет очень здорово и приятно, и вы сможете общаться со мной в чатике специальном, сможете принимать участие в голосованиях за реакции на этот... на песни каждого месяца. Сможете даже иногда заказывать мне отдельные реакции. Вот. Всем спасибо, всем пока. Разумеется, напишите свое мнение об этом треке.